Произвольно нарезаю 1 килограмм помидор, 500 грамм сладкого перца, 500 грамм моркови, 2 килограмма свеклы, 500 грамм лука и 500 грамм яблок. Измельчаем все на мясорубке. Сыпаем 40 грамм соли, 80 грамм сахара, а специи можно любые или такие же, как у меня. А соль и сахар тоже можно регулировать по вкусу. Размешиваем, доводим до кипения и варим 30 минут. Затем с помощью сита убираем сок по максимуму. Вливаем 100 мл растительного масла, добавляем 200 грамм измельченного чеснока и всыпаем 1/2 чайной ложки лимонной кислоты. Все смешиваем, снова доводим до кипения и даем покипеть около 5 минут, чтобы икра хорошо прогрелась. Тем временем банки и крышки моем содой. Под банку кладем нож и доверху накладываем кипящую икру. Закатываем, переворачиваем и укутываем до полного остывания. Храним в любом удобном для вас месте. Или не храним, а сразу наслаждаемся. Готовьте с удовольствием и приятного вам аппетита!